Добрый вечер. В эфире новости Осетии. В студии Валерия Козаева. И в начале выпуска коротко о главном. Количество проблемных объектов строительства в СКФО в прошлом году снизилось на 28%. Об этом стало известно на заседании Совета при полпреде президента Юрии Чайки. Мест работы значительно меньше, чем желающих заместить эти вакансии. Получить работу в республике и за ее пределами. Уже скоро в Северной Осетии стартует региональный этап всероссийской ярмарки вакансий. На каких площадках и в каких форматах пройдет мероприятие? Привозя не первый раз именно молодых художников, они здесь вдохновляются, и им для развития дальнейшего это очень необходимо. В Союзе художников открыли выставку мастеров из Калмыкии. Гости привезли с собой 25 живописных работ, около 40 свитков каллиграфии и традиционную вышивку. Сергей Миняйлов вручил орден мужества еще одному бойцу добровольческого отряда «Алания». Указом президента Владимира Путина наши добровольцы награждены 5 орденами мужества, 13 медалями за отвагу. Еще 12 бойцов удостоены медалями Министерства обороны России, участнику специальной военной операции. Часть этих наград глава передал на передовой, часть вручит бойцам, которые находятся в отпуске и на лечении. Сергей Миняйлов отметил, это не последние награды наших добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Главное, чтобы у них все было хорошо, они были живы и здоровы. К другим темам. Реформу обращения с твердыми коммунальными отходами обсудила зампред правительства страны Виктория Абрамченко с главами регионов СКФО. Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу сократить на 50% количество захоронений бытовых отходов. Сергей Миняйлов сообщил, Северную Осетию поделили на две зоны работы региональных операторов. 8 районов обслуживает экологический регион Алания, Амаздокский район – компания «Чистый город». Глава рассказал и о строительстве мусоросортировочного комплекса. С тремя линиями мощностью по 100 тысяч тонн в год каждая, а также полигона для размещения отходов с двумя картами складирования общей мощностью свыше 2 миллионов тонн и сроком эксплуатации больше 12 лет. Первая линия готова на 100%. Еще глава рассказала о мерах поддержки региональных операторов. Одна из них – нулевая ставка по налогу на прибыль. В режиме видеосвязи Сергей Миняйлов участвовал и в заседании Совета при полпреде президента СКФО Юрии Чайки. На нем рассмотрели требования законодательства по защите прав и законных интересов дольщиков. Юрий Чайка отметил, нарушения в этой сфере фиксируются и пресекаются во всех регионах округа. Сегодня в едином реестре проблемных объектов 46 строений площадью больше 380 тысяч квадратных метров. Вместе с тем, по итогам прошлого года проводимая органами власти работа позволила сократить их количество в СКФО на 28%. Антитеррористическую защищенность объектов образования обсудили на совместном заседании АТК и оперативного штаба. По словам руководителя Минобра Эллы Алибековой, в учреждениях, где ранее выявили нарушения, установили охранное оборудование, система оповещения, тревожные сигнализации, видеонаблюдение. Но остается еще ряд объектов, которые нужно оснастить. Сергей Миняйлов поставил задачу привести все в соответствии с требованиями к началу нового учебного года. Обсудили нарушения, выявленные межведомственными комиссией на объектах ТЭК и промышленных предприятиях. Профильный министр должен до 20 апреля актуализировать перечень объектов, подлежащих категорированию и паспортизации, и разработать план проверок. Особое внимание предприятиям и объектам промышленности, выполняющим гособоронзаказ. Кроме того, безопасность объектов ТЭК нужно организовать, учитывая требования антитеррористической защищенности. Аварийные службы, как подчеркнул глава, должны быть готовы к внештатным ситуациям.
Контрактация социальной инфраструктуры обсудили на совещании под руководством Бориса Джанаева. Она на завершающем этапе. Важно вовремя заключить договор и оперативно начать реализацию. Об этой работе в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, ЖКХ, дорожном хозяйстве, благоустройстве общественных территорий отчитались руководители министерств и ведомств. Премьер-министр поручил Кабмину продолжить реализацию в этом году объектов из перечня социально-экономического развития. Ранее в него дополнительно включили мероприятия Беслана, Пригородного и Моздокского районов. А профильным министрам применять опережающее финансирование. Так можно завершить объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры раньше срока. Нам необходимо участвовать в доп-программах 2023 года. Сегодня есть такая возможность. Необходимо подавать заявки на современный транспорт, развитие инфраструктуры, поэтому это все нужно отрабатывать. Ну и самое главное, я хочу обратить внимание на наше распоряжение правительства. Давайте, значит, подготовимся. Здесь также необходимо отстоять на федеральном уровне все наши пожелания, ну и уже готовить заявки на 2024 год. В республиканском онкологическом диспансере вышел из строя компьютерный томограф. Без аппарата невозможно пройти лучевую терапию. Жизненно важного лечения, при котором гибнут исключительно раковые клетки, пациенты не получают с 16 января. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, до 4 апреля подпишут контракт. Как только завершится аукцион, исполнитель приступит к ремонту. До завершения ремонта все наши пациенты получают лучевую терапию в одном из соседних регионов по направлению абсолютно бесплатно. Кроме того, наши специалисты уже начали проводить топографическую разметку для подготовки к лучевой терапии на базе поликлинического отделения онкодиспансера, где также имеется компьютерный томограф. После проведения подготовки к терапии пациенты уже непосредственно на процедуру приезжают на Азортово в отделение стационарного. Отделение лучевой терапии непосредственно и получают полностью процедуру, не выезжая из республики. 14 апреля состоится региональный этап всероссийской ярмарки вакансий. Участвовать будут 25 работодателей. В основном крупные промышленные предприятия, пограничная служба и военкомат. Представят также и топ-200 самых интересных предложений за пределами республики. Ярмарку проведут на 5 локациях. Основная – фойе нацмузея. А для выпускников школ и СУЗа в Центре опережающей профессиональной подготовки. Там работу направят на профориентацию и мастер-классы. В районах будет 3 площадки. Площадки Дома культуры в Ордоне, Беслане и Алагире. Жители Моздокского и Кировского районов смогут получить всю информацию в местных центрах занятости. Наш субъект относится к числу республик с высокой напряженностью на рынке труда. Это означает, что мест работы значительно меньше, чем желающих заместить эти вакансии. Поэтому мы считаем, что для каждого, кто сейчас нуждается в работе, это будет очень полезно. И вообще хочется, чтобы наши жители лучше ориентировались в тех предложениях, которые есть на сегодняшний день. Мы действительно переломили тренд на высокий дефицит рабочих мест и считаем, что нам есть что показать. На заседании торгово-промышленной палаты обсудили развитие отрасли и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются предприниматели. На встрече говорили о том, что арендная плата технических помещений слишком высокая и до конца года вырастет еще несколько раз. Это, в свою очередь, влияет на развитие бизнеса и на стоимость готового продукта. Беспокоит бизнесменов и нехватка квалифицированных кадров. Они считают, проблему нужно решать срочно на базе училищ и техникумов. Будем привлекать наших коллег из непосредственно бизнес-сферы, консультантов, для того, чтобы отработать такой жизненный механизм взаимодействия и образовательной сферы, профессионального образования, и производственной сферы, для того, чтобы решать вопросы профессионального образования и вопросы расширения новых молодых производств. Они у нас есть, они дают новую конкретную одежду для детей, взрослых, спортсменов там, и так далее. И поэтому у нас есть шанс, что в Северной Осетии легкая промышленность получит новый импульс.
Владикавказу передадут эскизы герба, утвержденного в 1873 году императором Александром II. Долгое время документы хранились в фондах Центрального государственного исторического архива России. Как рассказал начальник управления культуры АМС города Руслан Марзоев, сегодня делегация из Владикавказа встретилась с представителями Геральдического совета в Санкт-Петербурге, и герб, история которого длится вот уже 150 лет, наконец-то снова вернется. Современный символ утвердили постановлением администрации местного самоуправления в 1994 году. Как отмечают специалисты, он требует доработки и ряда изменений. Во Владикавказе в рамках программы «Городские практики» проходят занятия для специалистов в сфере развития городской среды. Архитекторы, предприниматели, дизайнеры и другие активные граждане участвуют в онлайн-лекциях и последующих практических уроках. Также они пройдут 3 тематических блока, а в финале представят учебные концепции с элементами оформления фасадов зданий, примерами размещения информационных конструкций и учебным планом реализации проекта «Дизайн-кода». Мастер-план – это наш проект тоже, который мы делаем совместно с администрацией города, с правительством республики и со всеми стейкхолдерами, жителями, экспертами, представителями бизнеса. Это наша будет совместная стратегия развития с предпроектной аналитикой, с проектными предложениями, с дорожной картой, с предполагаемыми финансовыми инструментами реализации для будущих этих решений в мастер-плане. В рамках программы были выбраны две пилотные улицы. Это улица Кирова и улица Куйбышева. Всех ребят мы разделили на 6 различных групп. За каждой группой закрепили определенные участки улицы. И в рамках данной программы провели антропологическое исследование. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» весом в 2 тонны установят в музее при школе космонавтики во Владикавказе. Уникальный экспонат уже везут в Северную Осетию. Именно в такой капсуле космонавты перемещаются между станцией и Землей. В 2014 году аппарат выходил в космос. В составе экспедиции были российский летчик-космонавт Антон Шкаплеров, итальянка Саманта Кристофоретти, а также второй борт-инженер НАСА Терри Вёртс. Получить настоящий космический объект удалось благодаря личной поддержке главы республики Сергея Миняйло и Министерства образования и науки республики. Официальное открытие состоится в день космонавтики 12 апреля. Школа готовит для гостей интеллектуальные игры, научные лекции, экскурсии, конкурсы, творческий концерт и многое другое. Поэт, песенник, переводчик. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Гиго Цагараева. В Центральной районной библиотеке Алагира провели вечер памяти. Среди гостей – общественные деятели, друзья и поклонники творчества. Уроженец Алагира, участник Великой Отечественной войны. Гиго Цагараев пришел в литературу после войны. В 1953 году окончил институт имени Горького. Работал в редакции газеты «Рожденат». Его первый сборник «Песня дружбы» вышел в 1955 году. Стихи Гиго Цагараева пронизаны теплотой и любовью к малой родине. Поэт также писал и для детей. Его тексты вошли в основу более 100 песен. Гиго Цагараев родился в Алагире в 1923 году, 15 марта. И наша библиотека во главе с Тамарой Петровной, с управлением культуры во главе с Замбулатом Дзыкоевым, мы решили отметить его юбилей у нас. И когда они были живые, и Максим, и Гиго, они к нам часто приезжали. Они были не гости, а члены нашей библиотеки. Ученики 7-й школы Владикавказа посетили мебельное производство. Инициатором выступило руководство учебного заведения. Ребятам показали весь процесс изготовления от эскизов до конечного результата. Они пообщались с сотрудниками и увидели, как работает современное оборудование. А еще оценили масштабы предприятия и возможность будущего трудоустройства. Нехватка специалистов в этой сфере есть, отмечают специалисты. Они считают, такие экскурсии нужны, чтобы привлекать людей, готовых учиться. Нам все очень подробно рассказали, доходчиво объяснили, и очень сильно заинтересовало меня это производство. Очень было приятно, что сами дети проявили инициативу, потому что, пообщавшись с детьми, мы поняли, что
кто-то из детей в завтрашнем дне хочет выбрать именно то направление, которым мы сегодня занимаемся. Специалистов очень мало, хороших специалистов. И поэтому все те люди, которые приходят к нам на работу, в основном все обучаются с нуля. «Врата в страну нартов». Лекцию с таким названием провели во Владикавказском художественном училище. Заслуженный художник Северной Осетии Аслан Китагуров рассказал, как сюжеты из эпоса находят отражение в его творчестве. Студентам показали масштабные проекты, в реализации которых участвовал мастер. Реставрация храма Вознесения Господня в Алагире, мозаичная панорама стены памяти мемориала славы, роспись на стене сквера на улице Кирова и Юго-Осетинского драмтеатра. В творческой встрече участвовал министр культуры республики Эдуард Галазов. В основном, наверное, знаете, я монументалист. Мои работы там старше. Я очень рассчитываю, что каждый из вас достигнет очень высоких-высоких вершин в своем творчестве, и вы будете так же востребованы, как востребован Аслан Казбекович Хитагуров, художник-монументалист. Как говорил он, академик Шалаван Евгеньевич Бедоев, чего бы вы ни достигли, помните, что по этой земле ходил Леонардо да Винчи, ремесленник Леонардо да Винчи. Поэтому я думаю, что все вы будете направлены в правильном направлении вашими педагогами. Мероприятие прошло в рамках Года Осетинской Нартиады. Цель – популяризация народного искусства и сохранение этнокультурного многообразия осетинского народа. Есть сюжеты, которые мне близки, я их часто даже делаю. То есть по эпосу там все четко разложено за эти столетия, что хорошо, что плохо, добро, зло. Понятие Всевышнего там везде есть. То есть вот, как нарты жили и к чему в принципе пришли. Много очень полезного в нартском эпосе. И не только для молодежи, для любого возраста. Просто периодически надо читать, наверное, изучать. Ну, желательно, конечно, в оригинале. В языке оригинала, что при переводе очень много теряется. Все, что было написано раньше, можно применить и сейчас. Так что это также важно и современно, и об этом стоит помнить, потому что оно вполне себе перекликается с современной жизнью. Больше 150 участников из разных регионов. Открытый разговор, новые вызовы и новые решения. Тема первого республиканского слета педагогов дополнительного образования. Два дня эксперты делились знаниями и навыками в педагогике и психологии. Это хороший опыт для профессионалов со стажем и тех, кто только начинает свой путь. Подробности узнавала Лидия Цахилова. С добрыми напутствиями на первый республиканский слет. Детский реабилитационный центр «Томиск» принимает педагогов учреждений системы социального обслуживания населения. Больше 150 участников. Состав участников – это были и руководители учреждения, заместители, это педагогические работники, это педагоги дополнительного образования, соцпедагоги, психологи. Открытый разговор, новые вызовы и новые решения. Так звучит тема слета. Программа насыщенная и рассчитана на два дня. В первый – участие в пяти секциях. Руководители, методика и школа, дополнительное образование, психология. Знаниями делились опытные преподаватели и руководители социальных учреждений, а также федеральные эксперты и коллеги из Ростовской, Московской областей, Липецка и других регионов. И такой обмен опытом, отмечают сами лекторы, оказался эффективным. Очень важно, чтобы все педагоги, все воспитатели, все, кто работает с детьми, ощущали, чувствовали себя внутри своей важнейшей миссии воспитательной работы с детьми, поскольку воспитание уже давно вышло за рамки образования и приоритетов только государственной политики в области образования. Это гораздо шире, и поэтому значение этого слета просто огромное. Результаты превзошли наши ожидания. Вот, например, у нас сейчас работает педагог дополнительного образования по направлению хореография. Наши дети в центре реабилитации в основном испытывают двигательные затруднения. И, честно говоря, мы не рассчитывали, что это направление вообще хоть как-то может у нас пойти. Но студия хореографии очень хорошо себя зарекомендовала. По каждой секции мастер-классы. Современные приоритеты доп. Образования, тандем родитель и педагог, возможности профессионального роста и другие вопросы. На слете повышают мастерство и молодые специалисты. Надо постоянно обновлять
проявлять свои знания, когда ты взаимодействуешь со многим количеством талантливых людей, это помогает добиться хороших успехов в работе. Для себя я узнала новые методы общения с детьми, новые какие-то фишки, которые я буду использовать в дальнейшем в своей работе. Расширить и укрепить связи педагогов в системе социального обслуживания населения. Свои цели первый слет, конечно же, выполнил. Организаторы Минтруд и реабилитационный центр Томиск планируют сделать его ежегодным. Лидия Цехилова, Заур Кудзаев, новости Осетии. Традиционная калмыцкая вышивка, уникальное древнее письмо, живописные яркие картины. В Союзе художников проходит выставка мастеров творческой группы «Вдохновение» и «Райт монгольской каллиграфии». От изобилия самобытных работ посетители остались под впечатлениями. Насладиться экспонатами все желающие смогут до 21 апреля. Многовековую монгольскую, бурятскую и калмыцкую культуры развернули в одном зале. Богатую историю мастера отразили в уникальных экспонатах. Поразительно утонченная вышивка, местами абстрактная живопись и интересная каллиграфия. По задумке авторов, посетители сами должны понять, что изображено на полотне, ориентируясь на внутренние ощущения. Осетия является одной из самых сильных школ именно в искусстве изобразительном. И уже привозя не первый раз именно молодых художников, они здесь вдохновляются. И им для развития дальнейшего это очень необходимо. Оригинальные работы удивляют неповторимостью замысла. Например, вот это в приглушенных тонах. Цвета тоже подсказка, напоминание о жизни. А она, как говорится, бывает разной. В том числе и такой, местами непонятной, непредсказуемой и полной метаний. Эти трудности, как живая память, со временем отображаются на лицах людей. Прямо как здесь. Ее глубокий задумчивый взгляд и едва уловимая робкая улыбка пленят и подкупают с первых секунд. Мы не знаем историю этой бабушки, но по мудрому взгляду можно лишь догадаться, что за плечами у нее непростой жизненный путь. Мне кажется, все-таки нужно немножко дать того, что показать пример, каким можно быть человеком, пройти прям репрессии, все что угодно, тяжелые времена, но при этом оставаться жизнерадостным. Это очень важно. В центре вселенной завораживающая девушка, как олицетворение безмолвной и таинственной красоты. Вот и здесь, сквозь плотные серые тучи, смело пробивается радуга, но уже как символ надежды. А еще здесь, в выставочном зале, на стенах красуются древние знаки. Это монгольская, калмыцкая и бурятская живопись. А вот что означают эти изящные, волнистые и отточенные линии, расскажут мастера своего дела. Бий батр болвас, нек уин батр, велик батр болвас. Тюмин Юин Батр. Переводится так. Если ты богатырь сам по себе, ты силен и так далее, то ты останешься как богатырь в одном поколении. А тебе будут помнить то, ну, только вот то, что был такой сильный ты и так далее. Но если ты богатырь своей мудростью, ну, это образно, да, если ты как бы мудрый, то ты останешься в веках намного тысячелетий. Каллиграфия – очень тонкое искусство. При написании нужна предельная концентрация. Каждая буква состоит из нескольких элементов. Под впечатлением уникальной выставки остались все. Эмоции, наверное, бьют через край. Мне до безумия понравилась эта выставка. И все эти работы, сама каллиграфия. Вот. И очень интересно всегда узнавать о других культурах, языках, народах. Для меня это прям отдельный вид удовольствия. Времена меняются, но одно остается неизменным – искусство. И там, где заканчивается одна историческая эпоха, без сомнения начинается другая. Как отправная точка для новых открытий и вдохновений. Анна Голобаева, Артур Дудаев. Новости Осетии. В Манеже стартовал чемпионат республики по вольной борьбе. По итогам определят северо-осетинскую сборную. Она представит регион на всероссийском этапе в Каспийске. Участвует больше 100 спортсменов. Среди них борцы международного класса. Медали разыграют в 10 весовых категориях. Соревнования продлятся 2 дня. Организаторы отмечают, уровень с каждым годом растет. Каждый год надо набираться все новых приемов, опыта. И продолжать совершенствоваться. На данный момент я хочу элементарно пробороться на местных соревнованиях и снова почувствовать ковер. Мы всегда занимаем ведущие позиции, всегда претендуем на самые высокие награды, поэтому мы с надеждой смотрим, что этот чемпионат принесет нам золотые медали в том числе. Поэтому идет нормальная, планомерная подготовка к чемпионату России.
Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.